Славянск, 19 июня, в парке. Сейчас тут вот такой оборудован краник с водой. Можно и набрать воду, и попить, если не боитесь испробовать такую водичку. Как бантик, она мне говорит. Уж. Нашли в парке уж. В парке Шелковичном. Живой пополз из-под камня. Сначала спрятался там, а потом такие вот сюрпризы. Парк на месте. Вода на месте в канавах. В парке все по-старому. Улочки на месте. Сцена тоже. Фламинги тоже. Погода теплая сегодня. Озеро с жабами. Транспорт ходит, видите. Розы цветут. Роза, пусть нам вихрь последний обрывает лепестки. Снова распустятся в цветении жизневечные ростки. Лет 15 назад это колесо фортуны еще крутилось, скорее всего. Сейчас уже долгое время не работает. Может, еще в парке походим, пособираем веточки для огня, если света снова не будет или уже нету. В старину в каких-то рассказах, помню, читали, не помню, ли сказка или рассказ, крестьяне ходили в лес, собирали этот хворост, а господа там, паны, их за это ругали, выгоняли как-то, не разрешали собирать. Скоро такая ситуация будет и у нас по городу, или есть уже, я знаю. Это видел видео. Человек вез машину с дровами, остановили. На все надо документы. Так будешь идти с сумочкой, с дровишками какими-то. Остановят, штрафанут. Не пойдешь без спросу в лес, еще куда-то добыть себе еду. На небе солнце, тучи. Такой вот сегодняшний день.